Всем привет! В Роблоксе стартовал новый ивент под названием «Утиные истории» в честь выхода новых серий данного мультика. И я вам сразу же скажу, что этот ивент очень необычен, но чем он необычен, я расскажу чуть позже. А сперва давайте посмотрим, что мы можем получить здесь. На стартовой странице ивента, все ссылочки будут в описании, вы можете сразу же забрать два предмета. Это Скрудж Макдак и Золотой Дракон. А также есть красный рубин Скруджа Макдака. И чтобы его получить, нужно пройти небольшое испытание. И сейчас мы этим займемся. Вперед! Ищем Place Trade Lands и заходим в него. Ссылку на этот Place я также оставлю в описании. Жмем Play Game и выбираем фракцию Пираты. Мы оказались в пиратском мире, и чтобы найти красный рубин Скруджа Макдака, нам нужно спросить у кого-нибудь совет, где его нам искать. Так что разговариваем вот с этим парнем, который дает нам квест, и компас, который приведет нас в нужное место. Ну вот, стрелка компаса у нас появилась. Теперь необходимо сесть в лодку и поплыть вон на тот берег. В принципе, можно поплыть и без лодки, тут не так уж и далеко, но на лодке будет быстрее. Ну вот мы и в пещере, где хранится красный рубин Скрудж Макдака. Но добраться до него будет не так уж и просто. Ну, относительно непросто. Нас ждут впереди немножечко так ловушек и загадок, которые мы сейчас с вами начнем решать. Первая дверь, которая нас встречает, ее можно открыть, только потянув за три рычага. Но потянуть их нужно в определенном порядке. Внимание! Порядок рычагов у каждого игрока будет свой, потому что оно рандомно. И чтобы проверить, правильно ли вы нажали на рычаг, следует каждый раз смотреть на табло, которое находится выше двери. Каждый правильно нажатый рычаг будет определяться на табло как крестик. Если же вы нажали неверный по порядку рычаг, то он будет оставаться также вопросительным знаком. Дверь открыта, я вас поздравляю, но не стоит расслабляться, потому что впереди нас ждут ловушки. В тот момент, как вы повернете рычаг, лучше никуда не двигайтесь. А вот теперь бегите! Поворачиваем еще один рычаг, который находится сверху. И еще одна дверь открыта. Здесь толкаем коробку в паз. Вот это местечко немного замудренное. Но это потом. Сперва ныряем под воду. Здесь у нас два рычага. Нам необходимо активировать первый, который находится на стене. Этот рычаг выдвинул для нас платформы, которые появились вот здесь вот, на стене. Они нам помогут добраться до других рычагов. Здесь нам снова необходимо угадать очередность нажатия рычагов. И, кстати, эта очередность будет вновь рандомна и для каждого своя. Так что моя комбинация навряд ли подойдет вам. После того, как мы угадаем комбинацию, сразу же начнется подача воды. Переплываем на противоположную сторону, жмем на рычаг и получаем нашу заветную коробку. Теперь плывем за этой коробкой и перемещаем ее по воде к нашей двери, которая находится чуть правее. Вот сюда. Дело почти сделано. Осталось откачать только воду.
Чтобы это сделать, нам необходимо нырнуть под воду и нажать вот на этот вот рычаг. Нажать на рычаг немножечко тяжеловато, потому что нас поднимает все время на поверхность. Если от первого лица это не удается сделать, то от третьего у вас точно все получится. Тем временем вода у нас сливается и выдвигается еще одна платформа, которая поможет нам добраться до нашей коробки. Эта платформа выдвинулась за счет того, что наша коробка стоит в нужном месте, то есть в нужном пазу. Не забудьте про этот момент. Теперь нашу коробку нужно скинуть вон туда вниз. И еще одна дверь позади. В этой комнате нам пригодится наша скорость и чуть-чуть ловкости. Дело в том, что когда мы активируем этот рычаг, у нас открывается дверь и начинается обратный отчет. Если мы не успеем за это время войти в дверь, то она захлопнется, и нам придется повторять всю процедуру заново. Здесь лучше проходить от первого лица. И тут у нас спрятана небольшая ловушка. Вот такая вот ловушечка, ребят, будьте осторожны. К сожалению, у нас идет время, и нам нужно торопиться, так как мы упали, и все придется делать по-новому. Так что скорее взбираемся наверх. Ой-ой-ой-ой, двери, кажется, начали закрываться, быстрее туда. Есть, успели. Последнюю секунду запрыгнули прям. Ну а вот, ребята, ради чего мы здесь собрались. Скелет, который держит красный рубин Скрудж Макдака. Наконец-то мы его нашли, мы молодцы. Но не стоит расслабляться, ребята. Мы получили этот рубин, но это только первая часть эвента. До конца сентября каждую неделю у нас будет в Роблоксе появляться новый артефакт, который нам необходимо будет найти. Так что я думаю, что на следующей неделе мы отправимся в новое приключение, чтобы найти оставшиеся 3 предмета. Ну а на этом наше приключение подошло к концу, и если оно вам было полезным, то ставьте лайк, обязательно комментарий, и если вы еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы не пропустить поиски следующих артефактов Скруджа Макдака. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачки и пока. Life is like a hurricane.